Ребят, девчат, всем огромный привет. Появилась мысль, чтобы не ждать по месяцам влоги и в целом так долго собирать контент, делать такие мини-влоги с какого-то мероприятия, с какого-то события, со съемок. Мы сегодня с ребятами выступаем, с Лешкой из Дани на площадке «Звук». Поем сегодня первый раз нашу новую песню. Как всегда, мы с Данькой приехали вдвоем. А походу Леха все опять заболел. Мы уже привыкли с Данькой вывозить вдвоем. Как хорошо, что настроил. Кто-то из троих-то придет. Я согласен. Ребят, дайте свои какие-то эмоции. Сегодня мы раздадим, да? Огня. Да, брат? Да, конечно. Это твой брат или племянник? Племянник, прикиньте. Сегодня у нас день премьер. И громче город, и еду на родину. Так мы на разогреве, получается, вот. Подогрейте меня, да. Мы еще в конце скажем, а теперь секс-машина. Да, Аня, такая хорошая лекция. Секс-машина. Слышала песни наши? Не вспоминай, например. Больше не ищи. Да-да-да. Ну как, тебе нравится? Все очень нравится. Такие красивые, вы не можете не нравиться. Спасибо. Брутальный. Ты человек, еще на... Ты еще на... сексуально раздевается. Сделай фотку нам. Офигеть, мы сейчас будем фоткаться с Анной Семеновой. Мама! Нормально было? Да, вообще все моменты. Старались, да? Короче, офигенско было, да, пацаны? Прошу выслушать. Нормально.